активного спринта до магазина, закупились продуктами. Сейчас я вам покажу, что буду кушать в течение недели для похудения, сушки и офигенной. Здесь у нас яйца, творог, морковь, пекинская капуста, стейк, семги. Если есть лосось, обязательно покупайте лосось. Здесь у нас печень, трески, квашеная капуста, тыквенные семечки, семена льна, перец, филе грудки, филе бедра, помидоры, огурцы, руккола и морковь. Все это мы будем кушать в течение 3-4 дней и потом снова закупимся этими продуктами. Друзья, это очень вкусно. На самом деле, я считаю, что голодным не останешься. Главное питаться дробно, правильно, постоянно. Вот. Будьте здоровы, начинаем и увидимся через неделю. Вот такая вот красотища получается. Здесь у нас квашеная капусточка, здесь смесь салатика и продолжение. Приятного аппетита и будьте здоровы. Теперь настало время ужина. Давайте покажу, что мы приготовили. Здесь у нас яичница с овощами, салатик, печень, трески и яичница. Приятного аппетита!